родилась ваша теперь уже ставшая крылатой фраза о смерти классических шахмат? Пока можно как бы дискутировать, полемизировать, наступила она уже или нет. Но ясно, что она будет с каждым годом, с каждым месяцем становиться все хуже и хуже. Чем в итоге закончится, для меня очевидно. А сейчас можно как бы еще спорить, наступила или нет. Выход или контроль укорачивать, или, ну, я вот считаю, что вообще идеально Фишеров, просто во всех отношениях идеально. Там можно и с длинным контролем играть. Фишеровский это будет как раз настоящие 2 часа на 40 ходов, я не знаю, не будет никаких форсированных ничьих, то есть что, я просто не всем понимаю, что при этом шахматы потеряют, но нельзя будет детям рассказывать, что да, король это король, перс это королева, они должны, взявшись за руки, стоять рядом. А еще по бокам стоят там епископы, лошадки, а в углах башенки. Ну, я не знаю, это, я не думаю, что это такая уж огромная часть шахмат. Я как бы еще с детства всегда надеялся, что перейдут